Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды дракономании, тут пролетел подарочек. Это значит, да, у нас идет акция. Так, стоять, у нас уже наступил новый тайм-аут или не наступил? Да, наступил новый тайм-аут, но это хорошо. Так, давайте сейчас мы, ну, подарочки, наверное, стоит отлавливать, а то они появляются с тайм-аутом, потом все равно придется ждать, пока насобираются заново, весь пул наполнится. Так что давайте мы потихонечку, наверное, будем их собирать. Так, но перед этим у нас, ребятки, есть новый дракончик. Вот и все, взять, что закончились. Ну, как-то они так взяли. Нет, просто исчез. Просто исчез, ребята. Так, у нас есть новый дракончик. Вот кто это. Новиночка, эпический дракон. Вот такой вот у нас эпический дракон. Прикольный, глазастый. И кто-то ему куда-то запихнул чернильную ручку. Та-дам! Давайте ему к скрипочке отправим его. Это у нас дракон, учитель или ученик, да, что-то из этой оперы. Дракон-профессор проводит много времени за книгами, несмотря на то, что он умеет читать, он обожает рассматривать картинки. Ну, наверное, все любят смотреть на картинки в книгах. Там-там-там. Подарочек. Точнее, фонарик, ну ладно, не суть важно, я его называю подарочком. Это профессор, да, за... Нам он давался за то, что мы там обучили, точнее, несколько учеников прошли у нас обучение. Не знаю, каким чудом это случилось, там, по-моему, 10 надо было. Мне на памяти вообще там один или два ученика, но каким-то образом мне его дали. Блак его зовут, профессор. Так, надо тут придумать. Профессору надо какое-то хорошее имя придумать, ребятки. Так что пишите в комментариях. Стихии, то есть камень, ну, земля, пустота и свет. Ну, сила слабенькая, да, 64 уровень всего лишь. Но нам нужно его кормить, и кормить нужно его нормально. Потому что у нас по заданию нужно накормить на 400 очков, а это примерно... 14-15 уровень. То есть кормим его сразу на 16, чтобы было доступно колдовство. Вот так вот. Вот такой вот у нас дракон профессор. Напоминает мне чем-то этого профессора из Люди Икс. Такой вот забавный дракончик. Профессор Икс. И теперь у нас 979. И 3000 в час он будет приносить. Так, так, так. Смотрим, что еще у нас тут. Это максимальное отдаление, блин. На эмуляторе нельзя отдалить. Дальше. Это всегда мне не нравится. Мне хочется помельче, помельче. Кстати, заглянем к китенку. Это новый китенок или старый китенок? Вип-билет за 100 тысяч еды дают, бери. Это тратить я точно не буду. Кристаллы я ни на что не трачу. Увы, ничего толкового здесь нам не дали. Так, у нас, ну, по-моему, новый дракончик месяца. Лилит, нет, не новый. Китайский, я его сейчас вот пытаюсь вывести. Яд плюс кипение. Подождите, а что у меня тут за комбинация? Яд плюс кипение, да. Я уже много попыток сделал. У меня он все не получается. Иди сюда. Пока что не получился, ребятки. Не знаю, стоит уже, наверное, переключаться на Лилит. Наверное, чтобы его получить, все-таки легендарный дракон. Есть легендарный дракон. Так, кстати, я тут могу даже ускорить. Да, у меня же доступно ускорение таймера. Ну, пока что рано. Час, там 18 минут. Пока что ничего толкового. Тогда идем в акцию. Идем в акцию. Заедлый фермер участвую. Свинку не участвую. VIP не активировал. Так, я нахожусь на 6-м этапе. Да, и вот как раз тут подготовил, мы сразу с вами сможем два сундука открыть. Стихии, в принципе, мне подходят. Похож, кстати, чем-то на дракона профессора, только без ручки в попе. Мотра, дракон Мотра, ребятки, точно. Отлично подошло бы название этому дракону, да, Мотра.
Кого тогда можно назвать? Ух ты, ё-моё, целых два косаря. Так. И давайте пойдем сюда. Здесь вообще моя чуть ли не самая сильная команда. Блин, что ты будешь делать? Крепкий какой. Это у нас АИ, да, если мне память не изменяет. Хана нашему листочку. Ну, осень, осень. Так, Тор, до свидания. Черт, Один. Один выжил. Давайте мы божественной атакой завалим. Так, здесь все то же самое. Это у нас кто? Какой-то дракончик, флейта, Афродита, Афина, кто ты? Дракон Тор. А это вообще, наверное, не... А, не, божественная. Не знаю, как зовут этого дракона. Ну, а верхний у нас как павлинчик какой-то. Так, это я. Кстати, что-то я в этом подземелье, да, не нахожу. То есть у нас раньше же были какие-то... какие-то приколюхи, кого-то потрогать, там пособирать, а сейчас вроде никого нет. Рыбы не кликабельные. В колокол позвонить нельзя. Непонятно. Так, это мы открыли два сундука, да? Ну ладно, давайте. Блин, ну у нас третьего сундука точно открыть сейчас не хватит. Туда 135. Ну, давайте пойдем сюда. По крайней мере, до сундука дойдем. И сможем провести пару атак. Так, вот, это самый сильный дракон, да? Да поглотит пустота красоту. И дракончик-олень. Тоже, кстати, довольно сильный дракон. Черт подери. Так, один бой есть. И вот второй. Так, ты кто? Легендарный дракон. Ух ты, ребят, как зовут этого легендарного дракона? Какой-то динозавр, ё-моё. Так, ну, а этих двух китайцев мы знаем. Чан И Эрлан Шэнь, да? Ну и два косаря нужно на открытие сундука. Конечно, у меня таких денежек нет. Так, ну сундуков здесь много. Вот один, вот два и вот три. То есть шесть сундуков. Шесть сундуков, а времени осталось мало. Ну, почти два дня. Ну, тем более, это я сейчас барахло соберу. И, в принципе, сможем... Мы, в принципе, сможем открыть... Этот сундук даже сегодня. Ну, скорее всего, я смогу, но это буду делать уже за кадром, ребятки. Так. Ловим, ловим. Вот так. Кстати, да, нам время идти на колдовскую арену. Точно, ты, блин, промахнулся. Вот сюда. Заберем волшебный котел. Там я, по-моему, довольно высоко держусь. А ну-ка, сколько? 967. Неплохо. Вот сюда можно спокойно идти. Наш факел всех разложит на лопатки. Может, мы такие в этой серии в 1000 заберемся? Так.
Так, 57-й. Ну, это практически как мы. Он даже меньше на 2 звезды. У нас, считай, что 58-й уровень. За один удар. И очаг, дракончик очаг. Тоже неплохой дракончик. Так. Ну еще два боя выиграть, и мы тысячоночку наберем снова. Так, 55-й уровень. 55-й, да? У меня есть Миха 57-й. И этот 55-й на все звезды. Черт подери. Это вам не просто так. Ну, погнали. Посмотрим. Блин, и тут много крепких драконов будет, походу. Да. Так, ну еще одного я такого выдержу. Ладно, еще одного. 55-й. Блин, справимся, не справимся. Подождите, это же еще не самый сильный, у него же 50. Там на все звезды заколдованы, ну точнее на одну розовую. Блин, а боюсь, что нам чуть-чуть не хватит. 52 и 55. Так, если этого мы затащим. Да! Фух, справились, ребята. Ну, вообще-то я хотел оставить вот так, но ладно. Фух, ну впритык, еле-еле. Ну и что вы в самом деле? 5 очков. И ничего толкового не попалось. Блин, ну 55-й, ну извините, это слишком много. 57-й на все звезды, ну что ты будешь делать? У меня усилений-то таких мощных нет. Тут даже как бы осень лучше зайдет, что ли. Но она всего лишь 51-я. Ай-яй-яй. Ну давайте посмотрим. Какого рода там противники. Может, там такой сильный будет всего лишь один дракон. Так, вот 57-й. Нет, извини, дорогой, я с тобой сражаться не хочу. Так, надеюсь, это был последний или предпоследний сильный дракон. 50-й на все звезды. Ну, вроде все, справились. И 53-й на все звезды. Так, 53-й на все звезды. Это 53,
50 и плюс 8. Ой, нет, это сильно больно. Это больно. Хотя нет, не так больно. Я думал, он посильнее будет. Тысячу восемь, ребята. И опять же ничего толкового. Мы перешли в пятую лигу, в кой раз. Пока нас отсюда не подвинут, да? Но здесь, ого, смотрите, какой уровень противников. Лучший защитник, 53 левел. Интересно. Ну давайте посмотрим просто по приколу. Может, конечно, они все там такие. Может, нам фартанет? А ну-ка. Ага, там, короче, все ребята такие прокачанные. Ну, это слишком мощно. Блин, ну, туда можно было заглянуть. Проклацал я два таких боя, куда можно было бы и заглянуть. Лучший защитник 60-й. Ну, 10 уровней разница. Это вообще, это много. Но может их всего лишь один. Сорок шестой. Ну, это не страшно. Пятьдесят седьмой. Это уже больно. Тут, наверное, не будем рисковать. Разберем его вот так. Много денег он приносит. Ё-моё, это ж такой денежный дракон. Пятьдесят восьмой. 58. Их 60 на все звезды. Что делать, ребятки? Но мы же, наверное, и один удар не выдержим. Да, к сожалению. Обидно, досадно. Да что поделаешь. Ну, на этом, ребятки, пожалуй, все. Что поделаешь, не фартануло. Блин, черт, у нас забрали очки, не надо было лезть в этот бой. Так бы пару котлов хороших бы можно было заработать. Ну что? До скорых встреч, ребятки. Всем пока.